Как бороться с коррупцией? Очевидно, да, действительно, нужно многие вещи радикально менять. Нужно в том числе реформировать юстицию, нужно принимать те стратегии, которые частично там, уже одобрены, насколько я знаю, там, стратегия, которую госпожа президент Совета Европы обсуждала, и она как бы хвалила эту стратегию Совета Европы, которая, кстати, базируется на стратегии Министерства юстиции, возглавляемого господином Логачевским. Вот. Я, насколько я знаю, госпожа Стамати в свое время, мне кажется, тоже хвалила эту стратегию, в том числе перед нам. Когда в конечном итоге мы не одобрили стратегию. Ну, понятно, да, ну, вы хвалили перед западными послами, но почему-то потом госпожа Санду взяла ее и не промульгировала. Я понимаю, это как бы вам легко будет объяснить, потому что это ваша тема, это не моя тема. Да? Я не юрист, но тем не менее. Я очень надеюсь, что в следующем парламенте мы все-таки эту стратегию займемся и примем, и будем работать. Понятно, что да, нужна реформа юстиции, нужно реформирование через Конституцию, нужна консолидация институтов правоохранительных. Все это нужно по поводу внешнего эвалюации, да, внешней оценки судей. Тема, да, хорошая, но как бы мы считаем, что в любом случае ее нужно делать только после того, как мы пройдем все внутренние процедуры. Если мы увидим под нашим общим контролем, если мы увидим, что она не получается, почему бы нет, можно ее рассмотреть. Но не сразу переходить к внешнему контролю и полностью отдавать судебную систему на откуп вообще как бы ребятам извне, потому что это создает, наверное, опасный прецедент. И мы, я думаю, об этом еще поговорим, потому что это всего лишь часть общей концепции, которая, на наш взгляд, на взгляд блока, нашего блока, коммунистов-социалистов, не очень-то полезна для нашей страны с точки зрения опасности, которые как бы скрываются за всеми вещами, связанными с внешними силами, с внешним управлением.